Всем привет, ребята! Сегодня я хотела снять небольшое такое веселенькое видео про 14 февраля, а именно День всех влюбленных. Здесь должны летать сердечки. Каждый 14 февраля для меня примерно проходил одинаково, потому что одиночество — сволочь. Пока у меня нет такого человека, с которым я бы хотела разделить этот день как-то по-особенному и отметить его по назначению, потому я всегда просто проживала этот день, то есть, ну, он не был для меня таким прям вот официальным праздником, к которому я бы готовилась или готовила бы что-то такое вот невероятное своему любимому человеку, то есть. Еще не вечер, но пока как-то так. Итак, это топ-5 людей на День Святого Валентина. Ну так что же, давайте начнем. Первый тип — это те девушки, которые дарят только девушки. Заметьте, я, честно говоря, не замечала такого за парнями. Девушки дарят друг другу подарки на День Святого Валентина. Например, в моей школе было так всегда. Мы с девчонками в гимназии каждый год дарили друг другу маленькие, миленькие подарочки. Иногда даже какие-то вот сердечки, там, открыточки, валентинки и так далее. Праздновали как могли, пытались добавить себе праздничного настроения, поскольку русские люди любят праздники, мы все это знаем. Так что мы пытались тоже как-то участвовать в этом дне. Дарили друг другу маленькие подарочки, потому что мы любим друг друга, подруги любят друг друга. Так, это подарочек для моей любимой подруги Кати. Нужно его завернуть в красивую ленточку. Так, здесь у меня подарок для Лизы. Здесь для Юли. Я думаю, ей понравится. У меня есть подарок для мамочки, потому что нужно порадовать ее в этот день. Я же люблю ее. Что же у меня тут еще? Это подарок для одноклассницы, которую я не очень помню, как ее зовут. Но поскольку я дарю всем одноклассницам и подружкам своим в этот день подарок, я думаю, ее не нужно обделять. Ну и, конечно же, всем им нужно написать побольше валентинок, потому что я так люблю их. Второй тип. Это те люди, которые вообще не помнят об этом дне. Так, сегодня у меня, значит, что я сегодня делаю? Сегодня я иду в школу, потом я встречаюсь с Юлей. Так, что там у меня еще по делам? О, подождите, сегодня же День Святого Валентина. Класс! То есть этот человек вообще не запаривается по поводу этого дня, он просто очередной день для него, который заполнен его рутиной. Под третьим номером у нас те люди, которые обожают этот праздник, и празднуют наравне с Новым годом и днем рождения, то есть они к нему готовятся заранее, они украшают квартиру, они придумывают какой-то сюрприз для своего возлюбленного или возлюбленной. То есть они прям очень серьезно готовятся к этому дню. Четвертый тип — это как Grumpy Cat. Он раздражен счастью других людей. О мой бог. О боже. Точно, сегодня День Святого Валентина. Господи, все какой-то любви. Просто все выкладывают какие-то фотографии, как празднуют. О боже. Как это противно, да. Я не понимаю, почему все празднуют этот день, это же бред. Ну и пятый тип — это те люди, которые воображают себе или надеются на то, что сегодня им подарит валентинка какой-то незнакомец, какой-то загадочный поклонник или загадочная поклонница, и они с нетерпением ждут этого. К сожалению, не всегда
ожидания оправдываются. И они очень сильно расстраиваются, если ничего этого не произошло. Как я услышала недавно фразу, ты можешь быть самым-самым вкусным персиком на планете, но найдется такой человек, который не любит персики. Ну что же, вот ты подошел к концу наш топ-5/5 видов людей на День Святого Валентина. Надеюсь, что вам понравился этот ролик, мне было очень весело его снимать. И я как бы немножечко зарядилась таким настроением предпраздничным, поэтому чего советую и вам. Надеюсь, вам этот ролик понравился. Если так, то, пожалуйста, не забывайте ставить пальцы вверх под этим видео, а также поделиться этим видео с друзьями. Давайте все будем радоваться праздникам, ведь не так часто праздники бывают. Надеюсь, вам понравился такой тип ролик. А также не забывайте оставлять в комментариях свое мнение о Дне Святого Валентина, о 14 февраля, как вы его празднуете, что вы делаете для своих любимых людей, для своей второй половинки. Ну и на этом все. Спасибо, что были со мной. Пока. А также я... Уши мои улетают. Поля, Поленька, замученный кот. Ой, блин, блин.